Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей. В студии Инга Агабеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. До старта 3 дня. Готовность объектов к военным играм оценил замминистра обороны Николай Панков. Около 3500 сочинцев накануне вышли на субботник. Результат оценили сразу же в ходе инспекционного объезда. В сочинских автобусах опять появились кондукторы. Новый старый метод внедрили сначала на 22-м маршруте. Встречи, заигрыши, заловкины посиделки и блины, блины, блины. Сегодня началась масленичная неделя. Как противостоять экстремизму в многонациональном регионе, говорили на заседании Краевого совета безопасности, провел его губернатор Вениамин Кондратьев. На Кубани проживают представители более 120 национальностей. Сохранить мир – одна из важнейших задач для силовых структур и органов власти. В преддверии сентябрьских выборов в законодательное собрание края находятся и те, кто хочет нарушить стабильность. Максимально здесь приветствуем различные политические взгляды, это не запрещено, но выражение их должно быть в рамках просто правового поля. Просто в рамках правового поля, которое в России существует. И сегодня четко должны понимать все, кто хочет заработать какие-то дивиденды политические совсем неправильным, не правовым путем, у них это не пройдет. И всякие призывы к митингам, если они не санкционированы. В противном случае они будут сильными, а мы будем слабыми. Потому что только закон Российской Федерации не исполняем. Мы можем быть корректными, вести диалог, находить компромисс, но в этой части никакого компромисса быть не может. С теми, кто пытается подрывать социальную и экономическую стабильность в нашем регионе. Еще одна тема – нелегальные мигранты. Зачастую они становятся слабым звеном в террористической защищенности региона. При этом иностранные граждане, незаконно работающие на Кубани, попадаются даже в крупных градообразующих предприятиях. Вениамин Кондратьев потребовал бескомпромиссно бороться с нелегалами. Мы должны сами себя защищать. Не будем, никто нас не защитит. Полицейский в каждое предприятие не войдет, через каждый забор не заглянет. А вот соберите вы актив руководителей бизнеса всего и четко объясните. Если кто-то попадется, все краны просто будут перекрыты. Тогда они услышат по-настоящему мужской разговор, который должен с ними состояться. Это сейчас касается всех глав муниципальных образований. Все вы знаете, где, кто и что у вас строит или просто производит. Экономика любой ценой нам не нужна. Нам нужна прозрачная экономика, бизнес, конечно, работающий, но современный бизнес в рамках правового поля. На совбесе обсудили и грядущий праздник – День защитника Отечества. Уже 22 февраля сотрудники спецслужб перейдут на усиленный режим работы. Охранять порядок на выходные будут более 600 полицейских, а также казаки и дружинники. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Точку в вопросе подготовки зимних всемирных военных игр поставил заместитель министра обороны Николай Панков. Он побывал в горном кластере в Олимпийском парке и заявил, что доложит министру обороны страны о готовности Сочи к масштабному событию. Обо всем подробно Елена Овсецина. Большинство соревнований пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», а в Олимпийском парке – международные состязания по двум дисциплинам шорт-треку и скалолазанию. Завершается монтаж универсального нового комплекса для военных альпинистов. Его уже протестировали в подмосковном парке «Патриот», откуда привезли и установили в Ледовом дворце «Большой», отметив, что аналогов такому тренажеру для скалолазания в России нет. Оценивал его готовность и заместитель министра обороны России Николай Панков. Организаторы уверяют, турнир для спортсменов с воинским званием должен пройти с олимпийским размахом. Звезда на пилотке или вот эта большая красная звезда – это всегда один из элементов знамени вооруженных сил России. Сегодня на 15-метровую высоту скалодрома, которая отличается высоким уровнем сложности, была установлена вторая звезда. Уже известно, что Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка по прыжкам шестому, достойна чести нести флаг России на торжественной церемонии открытия игр, которая пройдет в кёрлинговом центре «Ледяной куб». Здесь тоже подготовка подходит к финалу. Статс-секретарь Николай Панков интересуется не только готовностью спортивных объектов, инфраструктурой, но и сценарием проведения церемонии открытия и закрытия игр. Пиротехнические эффекты, движущиеся в воздухе объекты. Вот сейчас идет тоже проверка с помощью управляемых дорог. Управляемые горелки, система кругового звука, позволяющая зрителю чувствовать себя внутри происходящего шоу.
В играх примут участие несколько тысяч спортсменов из стран Европы и Азии. А для олимпийской столицы это вновь ответственность. Все те позиции, которые от города требовали организаторы игр, выполнены. Мы сегодня имеем полную систему безопасности в городе. Также мы готовы по волонтерам, готовы по транспорту. То есть практически мы готовы на 100% для того, чтобы военные игры провести на самом высоком уровне. О том, что происходит на каждом из спортивных объектов в горах и на побережье, можно будет наблюдать в ситуационном центре. Здесь развернется такое мультимедийное окно, отражающее дух соревнований. Наблюдаем. Прибытие спортивных команд на объект. Значит, Лаура, Роза Хутор, Большой и Айсберг прибрежного кластера. Отдельно мониторим каждый объект. Отлично. Прибытие спортивных команд. Заполненность стадиона, заполненность парковок. А побороться за первые места на пьедестале придется уже 24 февраля. В этот же день Сочи доставит из Москвы военно-спортивный огонь. Туда он прибыл из нескольких точек страны – Сахалина, Балтики, с южного склона Эльбруса. Объединившись в факел, он ознаменует старт сочинских зимних армейских игр. Около 500 военнослужащих из различных военных округов России, в том числе с Дальнего Востока и Сибири, прибыли в качестве волонтеров. Я вас прошу быть предельно собранными, ответственными, дисциплинированными, отзывчивыми. Мы очень надеемся, что вы таковыми и будете. И я убежден, что вместе с вами мы на очень хорошем, достойном нашей великой России уровне проведем это важное спортивное мероприятие. Международные состязания военных пройдут под девизом «Дружба через спорт». Будут разыграны 44 комплекта наград впервые в России, впервые на одной из лучших спортивных площадок мира. Осталось только болеть за звезд военного спорта. А министру обороны России уже доложили о готовности к проведению зимних игр в полном объеме. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Около 3500 сочинцев накануне вышли на массовую уборку. Общегородской субботник провели в преддверии третьих всемирных военных игр в Сочи. А после субботника главы всех районов отчитались о проделанной работе первому заместителю главы города Мукдину Чермиту в ходе инспекционного объезда. После снегопадов и штормов общегородской субботник пришелся как нельзя кстати. Сочинцы вышли на масштабную уборку в канун сразу нескольких значимых для всего мира мероприятий. Всемирные военные игры и Российский инвестиционный форум уже не за горами, и город должен быть готов к приему гостей. За метлы и грабли взялись порядка 3500 человек. Наводить порядок вышли жители во всех районах и селах города. Это вот именно активисты, которые постоянно вот приглашаю, я знаю, что они меня никогда не подведут, и мы стараемся это делать. Но я думаю, глядя на нас, со временем больше нас будет. Во время субботника пришлось разбирать целые свалки. Кстати, совсем не в отдаленных районах, а в 5 минутах от центра курорта. Строительные отходы, бытовой мусор, все то, что жители не посчитали нужным выкинуть в мусорный бак или отвезти на свалку, собирали и вручную, и при помощи техники. Разбирать приходилось самые неожиданные находки. Вот, например, завокзальный район. Здесь во время субботника обнаружили чье-то жилье. Чтобы снести этот самострой, не потребовалось много сил и времени. Но самая массовая уборка прошла в Адлерском районе. Место, куда съезжаются миллионы туристов, должно быть готовым встречать гостей круглый год, считают сочинцы. Сегодня силами района организовано где-то свыше 1000 человек, людей, которые распределены по всему району. Это склоны, это территориальное управление, которое у нас занимается по сельским округам, работают сегодня на субботнике. Школы подняты, соответственно, наши все учебные заведения, которые находятся в районе. И все же основной удар на себя взяли коммунальные службы. На субботнике задействовали спецтехнику. Всего около 160 единиц вычищали улицы и дворы от накопившегося мусора. Задача привести в порядок город в короткий срок поставлена главой города Анатолием Пахомовым. В первую очередь поручения были даны главам районов. С них и спрос за организацию работы на местах. Таким же образом сами сочинцы должны спрашивать со своих управляющих компаний за чистоту и порядок во дворах. Сразу после завершения общегородской уборки – инспекционный объезд. Первый заместитель главы города Мукдин Чермит вместе с коллегами выезжает на проверку. Акценты на незаконно установленные баннеры, рекламные щиты, на санитарном состоянии территории города, ограждений, заборов и конструкций. По ходу движения микрофон передается ответственному за ту или иную территорию. Было, значит, поручение главы прилегающие карманы проводить пылесошение, производить уборку. Все это выполняется.
центральной части Сочи достаточно чисто, а вот Хостинский район получает несколько заданий – убрать ветки и обновить дорожную разметку. Адлерский район под особым контролем. Аэропорт, Олимпийский парк, Красная Поляна – самые популярные места среди туристов в зимний период должны соответствовать. Уже в горном кластере говорят о работе по очистке улиц от снега. Дороги расчищает спецтехника. Там, где это необходимо, берут в руки лопаты. Рейд по гостевому маршруту в Сочи за последнее время уже третий по счету. Было два объезда инспекционных города, где проверяли санитарное состояние, 73 гостевых улиц, где проверял состояние основных гостевых маршрутов для того, чтобы их привести к единому архитектурному облику, для того, чтобы город выглядел достойно к этим серьезным событиям. Предыдущие объезды позволили выявить целый ряд недостатков. Итоговый рейд показал, что работа над ошибками практически выполнена, и город готов ко встрече гостей, для которых Сочи и в феврале должен оставаться лучшим курортом России. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Выехал на встречную полосу. Как результат – госпитализация. ДТП произошло накануне в 23:40 на автодороге Адлер-Альпика-сервис. По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lachetti, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus LX570 под управлением 54-летнего водителя. В результате пострадали водитель и пассажир Chevrolet, которые были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Спасатели Южного регионального отряда МЧС России и его филиалов завершили недельную десантную подготовку в Сочи. Большинство участников выполняли спуски с вертолета впервые. Всего в тренировке было задействовано 25 человек. Это молодые спасатели ЮРПСО, а также сотрудники из Крымска, Адыгеи и Туапсе. Спасатели проходили теоретическую подготовку, отрабатывали навыки спуска по веревке с применением спускового устройства на скалодроме, после чего приступили к работе с борта вертолета К-32. Первые спуски были выполнены на вертолетном поле с зависанием воздушного судна на высоте 10 метров, затем 30 и 40 метров. Кроме того, спасатели отрабатывали десантирование вдоль русла реки Сочи, а также транспортировку условно пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки. Выполняли и подъем на борт вертолета в паре. Работу на реке осложняли рельеф и ограниченность рабочей площадки. Завершающим этапом сборов стало десантирование в акватории Черного моря. Сначала спасатели выполнили спуски в воду, затем отработали подъем в связке с условно пострадавшим на борт вертолета. В ходе оригинальной подготовки отрабатываются вопросы технологии спасения условно пострадавших из труднодоступных мест, такие как спасательные работы в горно-лесистой местности, спасательные работы на берегу реки. Задачи, которые ставились перед спасателем, выполнены в полном объеме, на отлично. В сочинских автобусах теперь работают кондукторы. Правда, пока такой эксперимент проводят только на городском маршруте номер 22, который курсирует от микрорайона Бытха до улицы Альпийская. Будут ли кондукторы работать на всех маршрутах, узнаем из следующего сюжета. Маршрут для тестирования нововведений выбирали, исходя из востребованности среди горожан. На 22-м маршруте во все времена наблюдался большой пассажиропоток. Тем более удивительно, что этот маршрут, как и многие, муниципальный и убыточен. Причин несколько. Во-первых, отсутствие контроля за сбором денежных средств. Во-вторых, водители порой работают на собственный карман. Чтобы ни первый, ни второй фактор не влиял на финансовую состоятельность предприятия, его руководство вернуло в автобусы контролеров-кондукторов. Таким образом, МУП «Сочи Автотранс» хочет не только увеличить количество легальной выручки, но и повысить уровень безопасности на дорогах. Теперь же с появлением кондуктора водителю не приходится отвлекаться, принимая плату за проезд. Лучше стало. Ездим, смотрим по дороге, ездим спокойно. Пассажир не отвлекает нас. Помимо этого, нововведение позволяет скорректировать расписание движения автобусов, согласно которому в график закладывается как время прибытия на остановочный пункт, так и время стоянки. Идею одобряют и сами горожане. Люди не жалуются. Нормально все. Говорят то, что удобно, что я кондуктор, подхожу и беру оплату. Билетики, то есть вовремя выхожу. Проездной билет является не только документом, подтверждающим оплату, но и страховым полисом. Только его наличие дает право потребовать от страховой компании денежную компенсацию в случае ДТП с участием автобуса. Сейчас администрация прорабатывает вопрос внедрения безналичной оплаты проезда. Она заработает в автобусах до Кубка Конфедерации. При этом, как показывает опыт других городов, в том числе Москвы, аппараты безналичного расчета не заменяют контролеров. В ближайшем будущем кондукторы появятся на всех
всех муниципальных городских маршрутах. В настоящий момент «Сочи-Автотранс» активно ведет набор кадров на открытые вакансии. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Сочинцы должны быть бдительнее при обращении в микрофинансовые организации. Выгодные на первый взгляд услуги по займам, кредитам или вкладам могут в дальнейшем привести заявителя к неприятным последствиям. Это не только высокие проценты, но и возможность остаться без жилья. Вопросы микрофинансирования сегодня поднял мэр города Анатолий Пахомов. Провел встречу с предпринимателями, которые сдают свои торговые площади в аренду таким бизнесменам. Быстрые займы, деньги за 10 минут, выгодные условия. Такую рекламу сегодня можно увидеть в каждом районе города. В Сочи свою деятельность в микрофинансовой организации начали осуществлять относительно недавно, но уже многих клиентов отправили в долговую яму. Как правило, жертвами коллекторов становятся финансово неграмотные люди, которые ведутся на громкие лозунги и не всматриваются в информацию, написанную мелким шрифтом. А ведь именно там кроется суть деятельности микрофинансовой организации, дающей вам деньги под растущие в геометрической прогрессии проценты. По итогам мониторинга, проведенного специалистами городской администрации, на курорте работают больше 40 таких микрофинансовых организаций. Большая часть – приезжих. Те, которые с юридическим адресом в городе Сочи, их всего таких 8. Они имеют лицензию, состоят в государственном реестре, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка. Федеральным законом не запрещено, вернее, разрешено привлекать агентов. Даже если фирма работает в Тюмени, в Питере и так далее, она имеет право в городе Сочи нанять этого агента, который будет привлекать вклады. Работу микрофинансовых организаций контролирует федеральный закон. Они вправе выдавать кредиты или займы под больше, чем в банках процент. Могут также предоставлять услугу лицам, имеющим плохую кредитную историю. Но есть и другой вариант. Наоборот, предлагается вложить свои сбережения по очень выгодный процент. Порой звучат цифры доходность 30-50%, что с точки зрения экономики просто невозможно. В Сочи некоторые такие организации арендуют муниципальные торговые площади, которые предоставлялись исключительно в целях помощи местному бизнесу и для ведения мелкорозничной торговли. Такие действия сочинских предпринимателей неприемлемы, считает Анатолий Пахомов. Это никакой не малый бизнес. Это вы сдали, и вы должны понимать хотя бы морально, что вы творите. Что вы специально сдали, чтобы ваших соседей, ваших малограмотных родственников просто обирали. Потом у этих родственников ваших начнут забирать их имущество, недвижимость. А вы будете винить власти. А самыми настоящими виновниками являетесь вы. Вы понимаете, кому вы сдали в аренду и какой деятельностью эта организация занимается. Понимать, кому сдавать в аренду помещение, следует и частникам. Мэр подчеркнул, что в Москве уже давно стали жестко контролировать микрофинансовые организации. Их тщательно мониторят правоохранительные органы. По такому же пути намерены пойти и в Сочи. Но прежде всего, пользоваться ли услугами микрофинансовых организаций должны для себя определить сами жители. Взвесить все за и против быстрого, но в итоге очень дорогого кредита. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Краснодаре назвали имя лучшего директора школы Кубани. Экспертное жюри 4 дня испытывало конкурсантов. Они проводили педсоветы, заполняли отчеты, а еще были индивидуальные задания для каждого директора. На твердую пятерку с заданиями справилась руководитель 12-й школы из станицы Ленинградской. Она и стала директором года. Важна поддержка той команды, которая за тобой. Поддержка тех людей, которые находятся в зале. Конечно же, добрые открытые глаза членов жюри, которые всегда взглядом поддержат и помогут. Вот это успех, наверное, составляющая успеха этого конкурса. С победой Елену Плохотнюк поздравил глава региона. Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень профессионализма директора станичной школы. Станичной школы номер 12 Елена Владимировна руководит 7 лет. В учительской профессии 24 года. Она в числе лучших специалистов региона. Плохотнюк – лауреат всероссийского конкурса «Директор школы 2012». И снова поедет в Москву отстаивать честь края. Ждем с победой. Министр образования и науки края Татьяна Синюгина также наградила лауреатов конкурса «Директор школы Кубани-2017» ценными призами. Как сегодня не просто быть директором. Мы знаем, какое количество задач ежечасно приходится каждому из вас решать. Но мы вам признательны за то дело, которое мы делаем вместе.
По ее словам, многие участники конкурса теперь могут претендовать на звание «Директор школы России». Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. В Сочи состоялся заключительный этап второй зональной олимпиады школьников по избирательному праву «Я гражданин России». В ней приняло участие более 300 школьников не только из Сочи, но и двух районов – Апшеронского и Белореченского. Олимпиада приурочена ко дню молодого избирателя. На заключительном этапе Сочи представляли 46 знатоков избирательного права. Это старшеклассники из 18 школ города. Для них были подготовлены тесты по вопросам основ и терминологии избирательного права, а также практические задачи ситуации. Результаты городского этапа Олимпиады по избирательному праву будут подведены 22 февраля. А 3 марта в торжественной обстановке избирательная комиссия вручит дипломы и призы победителям этого этапа Олимпиады. Все, что вызвало у ребят затруднения в тестах, они смогли обсудить с практиками. Сегодня же состоялась встреча участников Олимпиады с действующим депутатом, председателем Совета молодых депутатов городского собрания Владимиром Тарасяном, председателем горосбиркома Валентиной Ткачевой и деканом юридического факультета СГУ Натальей Воробьевой. Заключительным этапом военно-патриотического месячника во второй школе стал традиционный спортивный праздник, который проводится уже в течение многих лет. Ученики 10-11 классов и гости, моряки, пограничники береговой охраны состязались в рамках конкурса «А ну-ка, парни!». Ученики старших классов сегодня проявляют свои знания и умения в военно-спортивных дисциплинах. Собрать и разобрать оружие, не выйти за рамки отведенного времени на эстафету – для них приоритетная задача. Тем более, что соперник серьезный. Мы их готовим преодолевать все трудности. И сами прошли эту армию, и мы их настраиваем на то, что служба будет нелегкой, поэтому надо готовить себя физически и ко всем к экстремальным ситуациям, так сказать, выполнять все виды упражнений, которые необходимы для службы в армии. Больше 10 лет дивизион пограничных кораблей сотрудничает со второй школой. Ежегодно участвует и команда служащих в военизированной эстафете. Для наших ребят это является таким стимулом попробовать по здоровым таким спортивным задорам посоревноваться с более младшими коллегами. Понятно, что у нас немножко один уклад физической подготовки, вот направление, у них другое. Есть такое стремление победить, но если не побеждаем, а такое тоже часто бывает, школьники все-таки они здесь очень хорошо подготовлены. Поэтому здесь главное участие и дружба. В прошлом году школьники стали победителями в подобных состязаниях. На этот раз, говорит Никита, ученик 11 класса, победу без борьбы тоже не готовы отдать. Тем более, что в команде участники все со спортивной подготовкой. Слаженность коллектива, слаженность команды, коллективно все делаем. Давно в спорте, уже привык к этому, ко всему. На разных этапах в ходе состязаний вперед выходили обе команды, но завершился спортивный праздник победой команды второй школы. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня началась масленичная неделя. Дата празднования масленицы ежегодно меняется. Это зависит от календаря и Пасхи. Отмечать масленицу начинают за 56 дней до Светлого Христова Воскресения. В богослужебных книгах этот период называется «Сырной седмицей». И это последняя неделя перед Великим постом. Масленица – это народный праздник, суть которого заключается в проводах зимы и встрече с весной. Этот праздник пришел из языческих времен и сохранился после принятия христианства. Каждый день масленицы имеет свое название. Понедельник – встреча, в этот день начинали печь блины. Первые отдавали бедным на помин усопших. Вторник – заигрыши, в этот день организовывали смотрины, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Среда – лакомка, в этот день зять приходит к теще на блины. Ответный визит намечен на пятницу, а в четверг – разгул, устраивается. Состязания. Суббота – заловкины посиделки. Молодая невестка приглашает своих родных к себе. Воскресенье – проводы масленицы. В этот день все друг у друга просят прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Уходит масленица, а вместе с ней и зима. Поэтому воскресенье также сжигают чучело, как символ зимы. В Сочи начался 10-й зимний фестиваль искусств. Открыл его спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести и сказки «Экзюпери». Историю «Маленького принца» рассказал народный артист России Константин Хабенский.
Премьера постановки состоялась в прошлом году в Сочи. Но несмотря на это, и сегодня в Зимнем театре «Аншлаг» среди гостей президент Владимир Путин сопровождает спектакль ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. Ну а днем о программе юбилейного фестиваля организаторы рассказали на пресс-конференции. Как всегда, Башмет настроен удивлять и экспериментировать. Выбрали то, что, родившись здесь, продолжает жить. Мировые премьеры. То есть это... Ну, в данном случае опять импровизация. Посмотрим, что из этого все получится. Но никто в мире еще не соединял симфонический оркестр с оркестром народных инструментов Китая. До 26 февраля гостей ждут выступления Дениса Мацуева, Дианы Арбениной, китайского оркестра. Ну а завтра большой гала-концерт с участием мировых звезд Финляндии, Италии, Японии и России. Как жить с мигренью и вести профилактику вегетососудистой дистонии? В сочинском оздоровительном комплексе «Спутник» появились новые уникальные лечебные программы. Среди популярных направлений – диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. В комплекс процедур входит осмотр и консультация врача-кардиолога, лабораторные исследования, ЭКГ, массаж, принятие лечебных ванн, занятия ЛФК и бассейн. Для женского здоровья станет особенно полезной курсовка по лечению гинекологических заболеваний. Диагностические процедуры в сочетании с релаксирующей терапией положительно скажутся на скорейшем выздоровлении организма. Отвлечься от работы, снять стресс и выйти из депрессии поможет курсовка при неврологических заболеваниях. За неделю вы пройдете успокаивающий курс лечения, сможете восстановить здоровый сон, снять усталость и повысить свою работоспособность. Все лечебные программы и курсовочное лечение назначаются индивидуально каждому гостю с учетом показаний и противопоказаний. Оздоровиться в комплексе «Спутник» можно вместе с детьми. Для детей разработаны специальные общеоздоровительные программы. И на сегодня это все. Завершаем программу информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.